Всем привет! Прикиньте, у нас целую неделю будет жить дочка маминых друзей. А? О, зацените фотку. Правда прикольная? А знаете, где она будет жить? Правильно, в моей комнате. Ну, правда, я буду спать на кухне. Но это не важно. Важно то, что я с ней замучу. А? Самое главное, знать пару важных правил. Первое правило. Надо показаться гостеприимным и слегка намекнуть на возможность отношений. Ну вот, в общем, это мой компьютер. Тебе, если что-то надо, ты можешь пользоваться. Там в доту можешь поиграть. Или порнушку посмотреть. Если что-то понравится, можем потом вживую попробовать. Не, ну тут в принципе заслужено. Правило номер два. Надо показать себя героем. И я придумал, как это сделать. Попрошу Жорика, пусть он отберет у Ленки сумку, а я ему наваляю. И спасу ее. Этот подлец украл у тебя сумку. Я спасу тебя. Это же твой друг. Ты сам его впустил, и вы сидели на кухне, чай пили. Ну, план, конечно, не до конца был проработан. Правило номер три. На следующий день начинай активно действовать. Я музычку здесь включу тихонько. Вообще-то я Эминем слушаю, но раз такое дело... Но когда, казалось бы, уже все потеряно, нужно включить всякие романтические фишечки. Официант! Знаешь, Егор, мне очень приятно. Мне так нравится этот ужин. Ну, мне кажется, что у меня даже появляется какое-то чувство симпатии. Возможно, это из-за свечей и фруктов. Нет! Это из-за афродизиака! Я тебе его в стакан подсыпал! В общем, Лена на оставшуюся часть недели переехала жить к Жорику. Но ничего, я не расстраиваюсь, ведь скоро приедет ее сестра, и с ней-то уже у меня точно все получится. Ладно, всем пока!